Хей, йоги, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию Shadow Warrior. Как вы помните, мы в прошлой серии убили с вами босса и телепортировались в какую-то непонятную ледяную гавань. Ладненько, поехали дальше. Пока что... О, что ли не лежит? И тут не лежит. Не, ну, сразу видно, что все поменялось, теперь мы... Что-то за херня, ладно. Сначала сейчас все здесь. Изучим, излутаем, облутаем. Пойдем потом дальше по прямой. Я не понимаю, у меня, блин, мышка нужна. Да, постирались этим. Диски. На мышке. Жопа. Так, тут ничего не спрятано у нас, пока что нет. О-оу, частицы ки. Сюрикенчик. Воу-воу! Он как что на секунду в инвиз ушел? Не, вот это ни хера не круто, то, что он в инвиз уходит. Типа, я знаю, что он не просто пропадают и... Привет. Пропадают и начинают атаковать, но здесь они просто в инвизе. Опасно дальше идти. Так, ладненько, давайте, у нас с вами этот заработанным. Это шмагия, да, у нас? Кристалл, там. Рев тигра. Защита. Я не знаю, в принципе, что за это можно вкачивать, если мы уже в ХП и все такое в духе. Я не понимаю, я одну вещь только не понял. Это почему, когда мы убиваем врагов, из них духи не вылазят. Хотя мы это прокачали шанс. Медитирую на спокойной водой, адаптация создает, что даже самые так сильные эмоции не имеют смысла перед мощной ки. Поток действует также на разъяренных врагов. Так, непривычная концентрация является основной для истинного понимания этой техники. Новая волна больше не выпускает ранее. А, вот это вот хорошая вещь, потому что теперь мы врагов, если подняли, они будут у нас висеть всегда. Опа, я следы нашел. Так, я вижу. Ну, мне кажется, там смерть меня ждет, если я спрыгну. Привет. Кажется, у Зилла неприятности. А чё ты отпустил, слышь? Да, это сюрикенчики сраные. И он в инвизе просто убегает. А ну-ка, посмотри, это пиньята. Не, я, конечно, могу просто... Во-во-во. Это у меня огненный шар зацепил. Во! Ебать вы, геи. Он думает, я его не вижу. Хера вас тут. Ну это типа не круто из-за того, что здесь так. Так все ярко. Удачи в следующей жизни. То так ярко, и они еще в инвизе ходят.
О, я скоро апнусь. Ну тут хотя бы машина с дохера хп была где-то. Ну ладно, осталась одна. Походу я все пособирал. Либо ее разнесло просто. Зеленая карточка ключ. Да, вот это довольно плохо идет. Потому что они теперь в инвизе могут находиться. Это очень плохо. Довольно плохо. Как ты думаешь, обрадуется он тебе? Ну, думаю, нам повезет, если нас, то есть меня не переберешь в пепел. Да-да, классно. ГГ. О, блин, только не снова. Что только не снова. Я понимаю, что мне туда хорошо. Так, хорошо. О, это ж эти питьевые комнаты. Что-то спрятано? Спрятано. Что здесь спрятано? Пиздюче. О! Один в поле не лованг. Да-да, вообще. Так, больше тут ничего нету. Идем сюда. Плюс денежка. Все, больше ничего не светится. По патронам у меня все хорошо. Показалось, что я что-то еще там не подобрал. Ебучий яд. А ну-ка, давайте я быстренько еще назад сбегаю, пройду в эту сторону. А тут ничего, ладно. Да, нужно улучшать, короче, рывки, и нужно увеличивать количество энергии. Типа, чтобы быстрее передвигаться до врага. Эй! Слышите, а это вот не смешно ни хера. Where did you study? Kung Fu are us? Если вы думали, это смешно, это ни хера не смешно. Какого хера они теперь за мной летят? Эти шарики я имею в виду. Против зеленых геев я не буду драться. Так, у нас дохера денежек, в принципе. А так я не могу, да, пройти? Походу, что да. Ну, окей, тогда что мы делаем? Подождите, у меня же дохера денег теперь. А, я, по идее, могу оружие себе улучшить. Если улучшать оружие, тогда лучше вот этот гранатометчик. Гранатометик. Лучше за 3600 улучшить на лазерный прицел. Добро пожаловать в автоматическую систему переработки Zilla Industries. Текущее время 4.16.
Температура за бортом 15 градусов, по Цельсию ниже нуля. Мне легче так сделать. А можно выйти, пожалуйста? Не, давайте я лучше хилиться буду. Violating posted safety regulations may result in termination and or incineration. Нужно хилиться, нужно хилиться срочно. Вы что, гоните? А можно мне выбраться? Я хочу дальше пойти. Добро пожаловать в Zilla Industries. Желаем вам приятного... Там столько всего было, а меня туда не впустили. Вот это момент, когда типа ты не можешь атаковать врагов, но ты можешь сдохнуть. Он не очень радует. Я теперь хотя бы могу отхилиться. Теперь хотя бы могу сделать все, что мне нужно. Блин, ну там столько добра было, а я его не смог пойти взять. Все забрал. Нет, еще тут. Оказано в доступе. Лаванг. Йен, может, ты мертв? Я не умер, но пока не по вашему приказу, сэр. Вы в безопасности? Как ты попал сюда? Я нанял вертолет. Ты нанял? Ситуация не в верфи вышла из-под контроля, сэр. Ты встретил Кио на грамме. Я так и не смог связаться с ними. Мы разделились. Черт побери! Эти твари повсюду. А все мои люди пропали. Вы переживаете за мечей, сэр? У меня есть с собой. У тебя... Что? Я смог забрать то, что было у Мизиаки, а также меч с Матикоры. Если ты пожертвуешь это сделаешь, тебе очень богатый человек, Ван. Вроде бы это хорошие новости, сэр. Наконец-то, хотя бы что-то в этом чертовом мире, я ли по-моему. Нет! Закрыто в режиме карантина. Найди кого-нибудь с аварийным доступом. Да, сэр? О. Все прошло лучше, чем мы ожидали. Кое-кто нас научил не сжечь мосты. Моя семья, хотя и стандартная, но все равно не... Правда? Ладно, неправда, можешь куражиться. Все, я могу теперь не садиться в эту хуйнюшку, да, пойти пешочком. Так, использовать сканкопулемет, чтобы уничтожить заросли. А-а-а. Вот здесь у нас ничего. Давайте тогда сначала в самый... Туда-туда, да, продвинусь. Вот это место опасно, потому что здесь... Много куда можно пойти. Но мы ехали довольно долго, поэтому... Я не удивлюсь, если мы будем идти долго. Ладно, давайте лучше по трассе. А, вот. Вот это самое место. Все, найс. Так, плюс очочком. Так, катана. Так, подождите, это навыки у нас теперь. Запас энергии на 50 больше. А, мы это все вкачали. Ну тогда нам только... Открытый резервуар, а дальше будем качать монетки и все в таком духе.
Но здесь, я не думаю, что именно здесь что-то будет валяться такое. Хотя где-то, подождите, тут хпшка, а у нас фулл хп. Ладно. У нас фулл хп. Так, а вот здесь вот видите, как... Давайте F5, наверное, на всякий случай пускай будет. Понятное дело, что мне сюда... Ладно, стойте, а туда как-то попасть да можно. А только вот как? Потому что там да, много добра. Только не видите, что мне потом сюда все равно придется возвращаться. Ну, типа, по генератор А или что там? Гейдж. Гейдж 1. Опа! Игровая комната. И снова же меня не впускают. Там цены. Там цены, то, что мне нужно. Ладно, здесь завалено. Нет, понимаете, в чем херня? То есть, сюда можно попасть, но непонятно как. Странно. Я только сюрикешки могу метать. Ни хрена. Через нее можно проходить. Окей. Так, сюда еще можно пройти. Может, здесь эти демоны создаются, я не знаю. Или что-то типа того. Не думается мне, что это просто так меня сюда впустили. Или меня вообще сюда не впустили. Я просто сам сюда залез. Без приглашения. Тут не спрятано, окей. Так, а здесь нам предлагают заросли уничтожить. Если сюда можно пойти, видите, я не могу типа зайти. Может из-за зарослей? Я понимаю, что там сейчас будут демоны. Ну ладно, давайте. Да, поехали. Вот это уже плохо. Очень плохо. Очень плохо. Ну, по идее, я справляюсь. Я вам говорил, не злите меня. Окей, все. Все прошло успешно. Открываешься? Вот почему ты не открываешься, боже? А, карантин, точно. Мне нужно карантин вырубить. Или найти карту, у кого есть она, чтобы уничтожить карантин. Все, я вырубился. Почему я туда? Ну, нам тогда все равно обратно потом возвращаться. Нам все равно потом обратно возвращаться. Так они просто растения здесь садят? Или это больше, чем растения? Мне нравится пулемет, он мощный. Да. Нет. А можно... Оп, и свалить. Можно свалить? Наука в действии. Красота.
Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я вижу шестерых. А где там мой пулемет? Броня, поехали. Ну да, ну да. Я вас понял. Можно дробовик? Дробовик. С этого момента мы юзаем с вами оружие. Ясно, валим. Нет, 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 нет. Можно замутить еще такой варик. Тоже как один из вариантов. Довольно простой, ладно. Так, больше здесь ничего, я думаю, не будет. Осталось понаходить так проход. Так, закрытый выход. Я видел, что-то блеснуло. Так, еще хилки. Проход куда мне как раз и нужно. Давайте в центр. В центре ничего. Так, у меня хп полное. О, кажется, эти слухи. Какие слухи? Говорят, что Зилла где-то в горах построил крепость, говорит, что у него там хранится летающая тарелка, пропавшая улика убийства Кеннеди. Однако никто и так не нашел ее. По крайней мере, живой не ушел. Он одержал безопасностью. Стандарты делают человека. Подожди, там летающая тарелка? Я не вижу летающую тарелку, но я вижу там какую-то радиацию. Ты создаешь радиацию? Типа чумная хуйняшка? И тот мужик просто ходит. Привет. Да-да. Так, боча. Начнем с того, что боча это не просто так. Так, тебя уберем. Что, зря я покатил ее? Сейчас такой бац, такой, знаете, босс. Так. У меня все перезаряжено. Ох ты ж мать ваша. Что, блин, тут пытаются сделать? Мутировать деревья, видишь, они как сияют.
Я думаю, если много шансов, что он не одной из этих команд. Ты думаешь, он в одной из этих комнат? Они все взаперти. Так, здесь взрывные и с когтями. Там челики дэнсят. Походу, это дальше проход, куда я пойду, и это место как раз та комната, которую мы смотрели. Так, это там, где дэнсят. Так, это, походу, сильные взрывные. Или это новый вид монстров, который просто создает что-то. Ладно. Вход наверх это тут. А нет. Ой, блядь, я только что на секунду подумал, что пол проваливается. Меня это больше испугало, чем взрыв. Давайте тогда я лучше сюда залезу. Бля, я просто о чем думаю. Нажимаю кнопку, пол падает. Красивый сан, приветствую профессора Каманура. Что-то светилось. А, то огонь был, походу. А-а-а. Тёмный туман. Серьезно? Стой, давай... Подожди. Но это логично. Игра зависла. А фух, нет. Это был уже пиздец минус игра. Ой, боже. Я хотел проверить быстро карантинчик пробежаться. Четырнадцать, двадцать... 40. Давай сюда. Я хочу быстро пробежаться там, где монстры. Главное, чтобы меня это не убило. Вернуться там, где мы карантин. Убрали. Я хочу проверить одну вещь. Связанную с тем, что... Так, здесь мы разобрались. Это мы... Whoa. I guess the rumors are true. What rumors? People said Zilla had some fortress way up in the mountains. They said he had alien spacecraft, missing evidence from the Kennedy assassination. No one ever found it, though. No one who stayed alive after this. He is a stickler for security. You have to have standards. Так, сразу сюда наверх. What the hell were they trying to make in here? Готово. Я попытаюсь пойти не по верху. F5. А пойти вниз самый. Значит, тут так не работает. Жаль. Здесь ярко. Светло.
бац, 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 бац. Я пришел сюда за Бленчиком. Таким Бленчиком. Что за хрень? Где сердце? Все. Пипец. Да, меч их теперь мой точно не пробивает. Все в яде. Все, что можно было отравить. Тут за деревьями ничего нету. Нету. А, мне вниз. Нет? То я куда мне тогда? Что-то я не врубаюсь. Ну вот, по идее, проход есть. Я туда упасть не могу. А, люк, тю. О, это же может пригодиться. Противогаз, да. А, минус видимость. Жаль. Ну, я думаю, в принципе, можно на этом закончить. Поэтому давайте так поступим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.